правила роста мышечной массы рук. Соблюдая их, вы обязательно добьетесь успеха. Как всегда, разминка на первом месте. Не стоит ее недооценивать, ибо можно очень легко получить травму. Разомнитесь перед тренировкой рук. Делайте акценты разминки на целевую мышечную группу. Маленькие мышечные группы растут только в связке с большими мышечными группами. Ноги, грудь, спина. Именно поэтому все остальные попытки нарастить мышечную массу рук, забивая на остальные большие мышечные группы, ноги, спина, а также грудь, сводятся к нулю. Бицепс плюс трицепс. Нужно тренировать в связке, чередуя упражнения на бицепс и трицепс. Это будет идеальный вариант. Запомните, начинать нужно всегда с бицепса, а не наоборот, тренируя трицепс. В противном случае трицепс будет лимитировать силу в подъемах на бицепс, поэтому всегда начинайте с бицепса. Используйте тяжелые базовые упражнения в начале тренировки. Они лучше всего растят мышечную массу и силу. В конце тренировки можно добавить пампинг и завершить работу над руками. Бицепс будет выглядеть длиннее с наполненной формой, если вы будете развивать брахиалис. Брахиалис – это мышца, которая проходит под бицепсом на наружной стороне руки. Лучшие упражнения для брахиалиса – это молотки и сгибание рук с обратным хватом. В каждом упражнении, каждого подхода доходить до полного отказа мышц рук. Я неспроста поставил это правило после 6-го пункта – полного отказа мышц рук. Дело в том, что нужно обязательно стремиться на каждой тренировке увеличивать рабочие веса, но не за счет потери техники. Это значит, что нужно выполнять упражнения медленно и подконтрольно. Это также даст вам возможность исключить из работы все остальные мышцы, кроме целевой, в нашем случае бицепса. Используйте растяжку между подходами, дабы усилить циркуляцию крови. Отводите рабочую руку как можно дальше назад, при этом держась за опору свободной рукой, после чего повторите с другой рукой. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч!